СВФУ создает специальные группы выпускников, которые после учебы поедут работать в районы республики. Представители муниципальных образований и руководство университета организовали встречу со студентами, выпускниками, родом из Верхнеколымского, Верхоянского и Алекминского районов. Темой беседы стал вопрос трудоустройства выпускников в сельской местности. Представители муниципалитетов подробно рассказали о программах поддержки молодых специалистов, о предоставлении жилья, также о заработной плате. В этом году Северо-Восточный федеральный университет заканчивает более 2000 студентов. 1 марта будет проходить второй форум «Выпускник-2017» за новое село. В рамках этого сейчас проходят встречи с главами всех районов по поводу трудоустройства студентов, молодых специалистов в сельской местности. Совместно на данной встрече принимают участие представители молодежной биржи труда города Якутска, а также представители учебных заведений.